Напередодні Нового года гомельский цирк подрихтовал для глядачов головокружный подарунок. Яркое новогоднее шоу «Чаровный эликсир Деда Мороза» собрало у гэтые выходные аншлаг. Чым на гэты раз артисты здивят гомельчан, потекаюся наш корреспондент Павел Михно. Еще до третьего звонка у глядельной зале практически не засталося ни водного пустого места. Не дивно, бо новогоднее шоу – это завсёды самые яркие и видовищные нумары. Керавництво гомельского цирка завсёды ставилось серьезно на подбору программ и артистов. Гэты раз не выключение. Каля трех месяцев пленной працы подаровали глядачам махчимость убачить наилепших циркачов с таких краин, как Россия, Венгрия и навод Франция. Под куполом гомельского цирка их таленты дополнили один одного, подаривших глядачам невероятное представление. Основная особенность этой программы в том, что в ней будет очень много цирка. Настоящие очень хорошие номера, которые мы пригласили для этой программы, чтобы сделать детям праздник. Чтобы у детей, в общем-то, было ощущение того, что Новый год – это светлое и радостное чувство. Шаровны эликсир Деда Мороза. Это оригинальные нумары из разных кутков света, объединенные у одну новогоднюю программу. Великая колькость экзотичных живел, сярод яких дрессированные малпочки, зебры и черноморские морские львы, выкликали моцное захопление як у юнака, так и дорослого глядача. Сегодня из программы мне запомнились клоуны. Очень люблю цирк с животными. Вот, ну, собственно, так. Программа отрымалась насыщенной и, кроме цирковых номеров с живелами, включила у себя невероятные трюки гимнастов, акробатов и эквилибристов. Варто отзначить, под мощным уражением от феерычного шоу застались не только глядачи, але и сами артисты. Шикарная публика, шикарная. Очень хороший зал, очень хорошие ребятишки, все веселые. Ну, конечно, скоро же Новый год. Надо радоваться, тем более в цирке такая большая двухчасовая программа. По традиции, новогоднее представление мае казачный сюжет. У гэты раз глядачам треба наполнить свою добрынёй, смехом и аплодисментами чаровный сосуд. Дякуючи яму, Дед Мороз и Снягурка вырастят прыгожую новогоднюю елку. Убачить цікавое видовище можно до 13 студеня. Галоўнае – поспеть купить заповедный билет. Павел Михно, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».